Ползунки, распашонки, шапочки. Решение завести ребенка – одно из самых важных для молодой семьи. При благоприятном течении беременность несет женщине только положительные эмоции. Однако для организма будущей мамы с сахарным диабетом – это серьезное испытание. Можно ли избежать неблагоприятных последствий? Будем разбираться вместе. Стена в их гостиной заклеена фотографиями с главного торжества – рождения новой семьи. В этом доме все гладко. Хозяйка Лена – внимательная жена, а вскоре надеется стать и заботливой матерью. Главное – удержать под контролем болезнь, которая сладкой жизни никому не обещает. За 6 лет с диагнозом диабет девушка привыкла пользоваться глюкометром, рассчитывать хлебные единицы и дозы инсулина. Но день, который разделил ее жизнь на «до» и «после», до сих пор вспоминать тяжело. Тяжелый был период с истериками. Просто жаль себя. Ну, типа, за что вообще? Как, почему так получилось? За что мне это? Ну, если попадаешь в больницу, там же тебя лечат. Потом выходишь из больницы, ты, ну, типа, здоровый человек. А у меня осознание того, что выходишь, ну, зачем я плачу? Осознание того, что выходишь из больницы, и жизнь совсем другая будет. Нужно к ней... Я не знала абсолютно ничего про диабет. Я не знала вообще, что это такое. Мне сказали, ну, вот все, инсулин. Ну, понятно, там... слезы и все дела. Потом я думаю, а вообще, а куда его колят? Что надо делать? И вновь, как несколько лет назад, она в поисках информации о диабете. Только на этот раз не для себя, а ради здоровья будущего малыша. Как обычно сейчас пишут, там, через 2 часа после еды, там, да, не больше, чем 7,8. Но у беременных этот показатель снижен, то есть нужно еще ровнее держать, стараться держать. Я вот сколько пытаюсь вообще прям в идеале, да, вот все делать, вот этот идеал часто приводит к низким сахарам. То есть я, ну, стараюсь вот в норму, а получается, что вот занижается. Один из мифов гласит, что женщины с сахарным диабетом не могут иметь детей. Долгое время считалось, что рожать с диабетом нельзя, потому что высока угроза выкидыша. Однако с открытием инсулина вероятность осложнений заметно снизилась. При правильном лечении болезни и соблюдении рекомендаций врача в течение всего срока беременности женщина способна выносить и родить здорового малыша. Конечно, есть абсолютные противопоказания к вынашиванию беременности. Это... почечная недостаточность, это ишемическая болезнь сердца уже в наличии у пациентки, это пролиферативная ретинопатия. И вынашивание беременности опасно, представляет опасность для жизни самой пациентки, для ее здоровья и даже для ее жизни. Современная медицина позволяет свести риски до минимума, хотя столкнуться с непониманием можно до сих пор у разных специалистов. Я, кстати, куча врачей тоже меняла за все время свое. Некоторые, ой, ничего себе, диабет, это ты вообще попала, типа, ну, тут тебя еще и вот, пожалуйста. Моя врач, которая сейчас, она вообще не понимает, в чем, собственно, проблема. Ну, то есть диабет, да, ну, сахар нормальный. Эндокринолог это следит, да, все, ну, как бы пропустим этот момент. При заболевании диабетом беременность должна быть обязательно запланирована. Начинать готовиться женщине нужно как минимум за год. Колебания уровня глюкозы опасны для здоровья и самой будущей мамы, и плода, особенно в первой неделе беременности. К 7-й неделе беременности происходит закладка полностью органов ребенка, а мамочка об этом еще не знает. И если сахар был повышен в эти первые 7 недель жизни будущего человека, то он может родиться с какими-то уже врожденными патологиями. Поэтому, если мы хотим здорового ребенка, мы должны эту беременность спланировать и к ней подготовиться. В идеале хороший сахар должен быть последние 3 месяца до зачатия. Это сложно достичь, и вынашивание беременности пациенткой с сахарным диабетом, особенно с диабетом первого типа, это всегда преодоление себя, своих каких-то слабостей, съесть лишний раз тортик. Это самоконтроль, многократный самоконтроль в течение дня.
Гликированный гемоглобин 6%, сахар в пределах 5 ммоль на литр натощак и до 7 в течение дня. Лени к идеальным цифрам еще предстоит прийти. И тут важен позитивный настрой. Даже небольшой стресс способен испортить ваши планы. Все будет обязательно хорошо. А тут ситуации может быть две. Тогда, когда женщина только планирует беременность и знает о том, что у нее сахарный диабет, подготовиться оптимально будет таким образом, что пройти стоящего хорошего гинеколога-эндокринолога, на рациональную основу вывести все моменты, которые связаны со своим заболеванием. И когда это действительно осознанное решение, да, я знаю, что я болею, но родить ребенка для меня максимально важно, я со всем справлюсь, эта ситуация технически на перспективу немного легче, потому что решение было осознанным. Чтобы поддержать в форме и фигуру, и настроение, Лена расстилает гимнастический коврик и берет в руки гантели. Спортзал на дому работает каждый день. Ведь даже в интересном положении физические нагрузки должны оставаться регулярными. И приучать свой организм к ним нужно заранее. Болезнь не изменила гастрономических предпочтений. Лена и раньше выбирала полезные продукты. Здоровая пища пришлась по вкусу и супругу. Вдвоем следить за питанием оказалось даже удобнее. Это нормальное питание для... Ну, то есть так должен питаться каждый. Просто когда что-то начинается, да, тогда люди там стараются следить там, за своим питанием. А по сути дела, вот овощи, там... Желательно не жареное, да, там, а печеное там на пару. Это нормально, это не диета, это просто нормальное питание. Низкоуглеводный обед по рецепту нашей героини. Нам понадобятся следующие ингредиенты. 250 граммов цветной капусты, 1 болгарский перец, 2 яйца, 50 граммов твердого сыра, 2 столовые ложки сметаны, 50 граммов сливочного масла, зелень, соль и перец по вкусу. Цветную капусту опустить в кипящую воду на 2-3 минуты. Тем временем болгарский перец порезать кубиками и слегка обжарить на сливочном масле. Добавить капусту. Яйца смешать с мелко натертым сыром, сметаной, солью и перцем. Полученной смесью залить овощи и немного потушить. Перед употреблением посыпать мелко порезанной зеленью. В 100 граммах содержится 165,5 калорий и меньше 3 граммов углеводов. Вот такое блюдо получилось. Приятного аппетита! Женщина, которая планирует беременность, она должна на будущее задуматься, как она будет питаться во время беременности. А пока у нее никаких особенностей в питании изменений не должно быть. Мы должны понимать, что во время беременности что произойдет? У нас появится дополнительный род, можно так сказать, который надо кормить. То есть возрастет нагрузка на поджелудочную железу, то есть возрастет нагрузка на другие органы. Будущая мама должна питаться 5-6 раз в день небольшими порциями с равномерным распределением количества углеводов в течение дня. При наличии лишнего веса суточное количество калорий ограничивается до 1600. В рационе должно быть достаточно овощей и фруктов. В них много клетчатки, а значит, чувство сытости продлится дольше. Однако некоторые все же придется ограничить. Из овощных культур – это тыква, картофель, морковь, свекла. Из фруктов – виноград, финики, ананас, в том числе и консервированный, а также сухофрукты. Все они имеют высокий гликемический индекс и сведут на нет ваши старания нормализовать уровень глюкозы в крови. Более конкретные рекомендации даст врач, исходя из особенностей именно вашего организма. Надо индивидуально подходить к вопросу, но в целом надо понимать, что мы чего мы не едим, от чего нам есть можно с ограничениями, а что можно, в принципе, в неограниченном количестве. И это очень просто. Ограничить сложные углеводы, это макароны, это каши, это овощи. То есть и убрать легкие углеводы. Это мед, сахар, варенье, изделия сдоба, торты, выпечка вся.
То есть это надо вообще убрать, то есть чтобы этого и не было, и не хотелось. Снизить калорийность можно в том числе и за счет качества продуктов. Для этого обычный рис замените на бурый, неочищенный. Макароны из мягких сортов пшеницы на те же изделия из муки грубого помола. Белый хлеб на цельнозерновой, а крекеры на хлебцы. Разнообразить блюда помогут кунжут, семечки тыквы и подсолнуха, а также орехи, миндаль, грецкий и фундук. Продукты с высокой калорийностью старайтесь употреблять после длительной тренировки или при резком снижении сахара. Ну, по большому счету уже как, если я правильно посчитала, да, я ем, в общем-то, все. Ну, нет такого, что я, допустим, что-то хочу и не позволяю себе. Ну, я не пью газировку вообще. Ну, то есть я ее и раньше-то, вот эту колу там все, я, ну, не знаю, мне казалось, что оно для желудка плохо, там все подряд разъедает. А сейчас я просто понимаю, что для меня это, ну, чуть ли не смертельная жидкость. Она мало того, что сладкая, она еще и газированная. Она с такой скоростью повышает сахар, что никакой инсулин не успеет туда. А резкие скачки, ну, это и для сосудов плохо, ну, зачем мне вот это? То есть я собираюсь жить долго и счастливо. Планирование беременности – важный процесс. Сколько времени понадобится Лене на то, чтобы укротить собственную глюкозу, зависит от нее самой. Главное – почаще напоминать себе, что ничем не отличаешься от окружающих. Жизнь с диабетом может быть яркой и насыщенной.